Число наблюдателей на избирательных участках уменьшит. Такое постановление приняли на заседании Центризбиркома. Предложение выдвинула Лидия Ермошина. В основной день голосования количество наблюдателей сократят до 5, во время досрочного – до 3. При этом аккредитация наблюдателей не прекращается, заверила руководитель ЦИК. Изменения не распространяются на международных наблюдателей, доверенных лиц кандидатов в президенты, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, депутатов местных советов, зарегистрированных СМИ. Они могут наблюдать в соответствии со своим статусом. Журналисты на участках для голосования присутствовать смогут. По данным на 21 июля, ЦИК аккредитовал 29 международных наблюдателей на президентских выборах от Исполнительного комитета СНГ. Тем временем Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования для предотвращения распространения респираторных инфекций, в том числе и COVID-19. В список вошли социальное дистанцирование при расстановке столов и стульев членов участковых комиссий, мест для наблюдателей, а также между избирателями интервал не меньше 1 метра.